Здравствуйте, меня зовут Дарья, и сегодня у нас в обзоре коллекция керамической плитки Лучиола испанской фабрики Майнзу. Коллекция Лучиола – это коллекция керамической настенной плитки, выполненная из красной глины в формате 20 на 20. Коллекция состоит из фоновой базовой плитки, которая выполнена в 9 цветах. У нас здесь представлены серый, белый, фисташковый, цвет кофе с молоком, коричневый, бежевый цвета. Также у нас не представлены, но мы можем увидеть их вот в этих декорах. Это цвета фиолетовый, розовый и зеленый. В коллекции есть и декоративные элементы, их 6 видов. Это кухонные декоративные элементы, которые прекрасно подойдут для интерьеров столовых, комнат, кухонь, кафе. Декоративные элементы выполнены с рисунком тарелок, с рисунком конфет, роз, цветов, кружева, такой винтажный декоративный элемент. И также есть нейтральные декоры, которые подойдут ко многим интерьерам, выполненные с геометрическим рисунком. У нас здесь представлены декоры клетка. Они подходят к фоновой базовой плитке, отвечают цветами. Также есть декоративные элементы в полоску и с абстрактным геометрическим рисунком. Поверхность плитки коллекции Лучиола глянцевая, гладкая, покрытая равномерным слоем глазури. Глазурь блестит, когда на нее попадает свет. Нужно сказать, что принт создает дополнительный декоративный эффект. Плитка имеет небольшую фаску, она совсем чуть-чуть выпуклая, благодаря чему глазурь переливается еще больше, когда она выложена на всю стену. Декоративные элементы также покрыты глазурью. Они гладкие, ровные, как и фоновая плитка. Однако тактильно ощущается небольшой рельеф по контуру рисунка. Вот в частности на этом декоре рельеф по контуру тарелочки. Следующий декор особенно рельефный, из всех он отличается именно тем, что здесь идет чередование клеток с выпуклым и вогнутым рельефом. Клеточка выпуклая и вогнутая, благодаря чему глазурь переливается еще больше при попадании на нее света. И, конечно, ощущается фактура по контуру рисунка клетки. Данная плитка хорошо подойдет для интерьеров как жилых, так и общественных. Это могут быть ванные комнаты, кухни, гостиные, спальни, коридор. В общественных интерьерах это могут быть столовые, кафе, магазины, рестораны и гостиницы. В данном интерьере плитка используется на стене на кухне. Мы видим контрастное сочетание базовой плитки в коричневом и молочном цветах, в дополнении с декоративными элементами кухонной тематики с рисунком тарелок. Интерьер дополнен стеллажами с посудой и комнатными растениями. Это дизайн интерьера в стиле Прованс, простой и в то же время уютный домашний интерьер. Все предметы интерьера гармонично сочетаются с плиткой как по цветовой гамме, так и по стилю. В данном интерьере мы видим кафе. Базовая плитка в 5 цветах сочетается с декорами 2 видов. Декор с полоской и декор с рисунком тарелок. В данном случае керамическая плитка сочетается по цвету с мебелью и текстилем, однако
Можно использовать и контрастные цвета, подчеркивая ту или иную деталь интерьера. Подведем итоги. Керамическая плитка коллекции Luciola испанской фабрики Maenzu – это настенная керамическая плитка, выполненная из красной глины, предназначена для отделки внутренних помещений, потому как она не морозоустойчива. Плитка подойдет для интерьеров в стиле винтаж, прованс, кантри, для жилых и общественных интерьеров.